gonna do when the rain is coming down? Nothing more to do when there's no one else around. Bring it back to the middle, push, take it back to the rhythm. Всем здравствуйте, с вами Катя Мирошниченко, креативный директор и основательница бренда Эми. Рада приветствовать всех, кто ждет лета и выхода новой коллекции гель-лаков. Все, кто давно знаком с нашей компанией, знают, что мы всегда идем на шаг впереди и в курсе самых последних тенденций в моде. И сегодня компания Эми представляет новую коллекцию гель-лаков, отвечающую самым горячим трендам предстоящего сезона «Весна-лето 2022». Лето – мое любимое время года. Все оживает, обновляется, в воздухе витают сладковатые нотки цветочных ароматов, а теплые вечера располагают вдохновенным мечтаниям и романтике. Все женщины мира именно в этот период вносят кардинальные преображения в свой образ. И маникюр – это самая первая возможность для экспериментов. Эйфория, легкие пастельные тона или яркая цветовая геометрия – решать вам. Главное – почувствовать импульс. Итак, в начале февраля стартуют продажи новой коллекции «Весна-лето 2022». My Impulse – свежая, яркая, сочная. 8 насыщенных оттенков для создания маникюра твоего настроения. И прежде чем показать оттенки, я немного расскажу о том, что же меня вдохновило на создание коллекции My Impulse. Новая сексуальность, закрытые границы, ограничения, уютные пижамы и длинные пальто уходят из гардероба, обнажая истинную женскую природу и сексуальность. Короткие топы, открытая грудь, тонкие линии, облегающие платья в натуральных тонах не выглядят вульгарно, а напротив раскрывают нежную, чувственную натуру, подчеркивают естественную красоту. Можно сказать, что это современный взгляд на античный образ женщины-богини Афродиты. Яркий монохром. Для тех, кто все же готов быть ярким, привлекать внимание, заряжаться энергией от своего образа, дизайнеры предлагают яркий монохром. В этом стиле приветствуются чистые насыщенные цвета, контрастные сочетания. В каждом образе чувствуется максимальный накал эмоций, страстей, сочные, вкусные летние оттенки. Дерзкая геометрия. Продолжаем тему экспериментов. Хочется обратить внимание на следующий тренд. Оптические иллюзии, созданные в 3D-технике, когда-то считали большой инновацией и были популярны в разном виде в 70-е и 80-е годы. Сегодня дизайнеры продолжают вдохновляться этой техникой и создают футуристичные образы, яркие, оригинальные, в некотором смысле гипнотические. Стиль ретро-фьюжн также возвращает нас в эпоху 60-70-х годов. Тогда большую популярность приобретала синтетика, появлялись новые материалы нейлон, люрекс. Ненатуральность преобладала также в прическах и в макияже. Сегодня также популярность приобретает эклектика, создание разнородных, на первый взгляд, неожиданных сочетаний узоров и оттенков. Наивные принты. Цветочный принт – это не единственный паттерн, покоривший модных дизайнеров в этом сезоне. Среди принтов этим летом актуальны смелые решения в виде портретов, граффити или мультяшных персонажей. Чем более наивные, детские или дерзкие будут принты, тем более ярким и запоминающимся окажется образ. Смайлы и дудлы как никогда актуальны. Это, безусловно, один из самых интересных трендов этого лета.